Приветствую всех на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». И сегодня мы будем готовить филе курицы с картофелем, запеченную в фольге. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Филе курицы, сыр твердый, укроп, помидор, картофель, смесь перцев, соль, а также соевый соус. Филе курицы очистили мы от пленочек. И начинаем отбивать с двух сторон. Переворачиваем. Добавляем соевый соус. Перчим. И немножечко посолим. Оставляем курочку мариноваться на 20 минут. Пока курочка маринуется, мы разрежем нашу картошечку на кусочки, не такие уж мелкие. Вот таким образом. Помидор мы режем дольками. Вот таким образом. Сыр натираем на терке. Вот такое количество сыра у нас получилось. Теперь на фольгу. Мы вливаем немножечко оливкового масла, мы распределяем в центре фольги. Дальше мы берем нашу замаринованную курочку, кладем ее по центру. Картошечку мы распределяем поверх курочки. Вот таким образом. Здесь уже варьируйте, как вам лучше. Кстати, напишите в комментариях, а вы с чем делаете курочку? С овощами, с картофелем или с чем-то еще? Так, сверху мы кладем помидорку. Вот таким образом. Поперчим. Посолим. И сверху посыпем хорошенечко сыром. Сыра не жалейте. Вот таким образом. Теперь мы будем все это запаковывать в нашу фольгу. Делаем вот такой кулечек. И готовить мы будем это все в аэрогриле сегодня в течение 30 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Пахнет очень вкусненько. Сейчас посмотрим. Дошло или нет? Посмотрим. Давайте пробовать. Курочка. Картошечка. Вкусняшка. Все дошло. Все очень вкусненько. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки. До новых встреч!